Радий представити учасників стендап-камеді Артем Албула та Михайла Рябоконя. Дякую вам, що ви з нами. І так, що за формат шоу пропонуєте миколаївцям? На самом деле, доброе утро. Доброе утро, Витя. Всем доброе утро. Предлагаем даже не мы, скорее всего. Предлагают наши коллеги по стендап-движению из Херсона. Мы вот так получается, что мы сейчас представители движения «Стендап Херсон». Вот так объединяет буквально сейчас два города. Сейчас идет процесс децентрализации. Вот мы сейчас в стендап объединили Херсон и Николаев, на самом деле. Я также сделаю сразу анонс, чтобы зрителям было удобно дозвониться, что сегодня будем разыгрывать билеты, поэтому да, номер телефона вы время от времени видите. Звоните, чтобы мы вас вовремя вывели в эфир. Итак, Херсон предлагает, Николаев поддержал, децентрализация, это очень хорошо. Сколько будет участников, что за участники, откуда и так далее? Это порядка 8, да что порядка, ровно 8 участников. Три бесконечности. Да, три из которых представляют наш город Николаев. Это я, Михаил и Валерий Федченко, наш еще стендап-комик. Mm-hmm. Также непосредственно будут ребята из Херсона, непосредственно из Одессы, Запорожья и город Любимов, если я не путаю. Я понял, с какой-то области такой красивый город Любимов. Очень красивый. Видимо, там просто власть любит свой город. По поводу самой программы, ребята, я так, насколько понимаю, сами готовятся, то есть никаких репетиций здесь на базе Николаева ничего не будет? Нет, на самом деле стендап такой достаточно нетребовательный жанр с точки зрения репетиционной базы, потому mm-hmm. что это, например, какие-то коллективные выступления, как КВН или Лига смеха, они требуют репетиций на месте. Да, а стендап можно репетировать дома перед зеркалом, в ванной. Ну, ты знаешь, я бы это сравнил... Главное потом приехать. Да, вот, я бы сравнил это с походом к психологу, то есть ты можешь пойти рассказать о своих проблемах, но в чем различие, здесь над тобой будут смеяться. Вот. Некоторые психологи тоже могут посмеяться, поэтому это не проблема для них. А по поводу места проведения, где это будет? Это Ёж. Такое замечательное. То есть вы сегодня решили меня еще удивить, кроме любимого еще и Ёжа. Еще и Ёж, да. Ну, есть такое заведение в Николаеве. Мишка, где оно находится? Оно находится на улице Шевченко. Вот. Вот, где раньше была Маза, где раньше было... А я не знаю, Рум. Рум, да. Одним словом, друзья, вводите в интернете, все вам покажет Google карта. Да, да. 7 часов начало, что тоже немаловажно, нам кажется. И дата, соответственно, 26. 26-е. Февраль. Да, абсолютно верно. Вот так. Репетирует, я так понимаю, уже воспринимая меня за зеркало. Еще раз напоминаю, что есть номера на экране. Вы можете позвонить, получить 2 билета. Берем? Да, вы сразу будете звонить. По поводу самих ребят, когда они собираются сюда приезжать, будет ли предварительно какая-то, не знаю, там еще программа для тех, кто будет собираться? Ребята приедут в день стендапа непосредственно. И будут уже ну, 7 будут часов. Тракты будут, ну, то есть, где можно будет выйти, поговорить, попробовать, но это будет закрытая штука, исключительно для участников, которые буквально приедут. Буквально перед началом. Как бы, то есть, там такой смотреть бэкстейдж нечего, никто не увидит. Вот, скажем так, да. Ну, в этом как бы нет смысла, потому что стендап должен выглядеть... Шутки те же. Да, стендап должен выглядеть натурально. То есть, в первую очередь, это, как я уже сказал ранее, поход к психологу, это своего рода исповедь. Ну, то есть, только она дает возможность самоирония, посмеяться над собой, снять стресс. Поэтому, как бы, ждем, приходите. По поводу шуток. Что будут за шутки, связанные с политикой? Нет, возможно, какие-то сферы определенные. Есть тематика? У каждого зачастую своя сфера, извини, что я тебя перебью. Вот у каждого... Ничего не изменяется. Стендап-комики говорят о тех проблемах, которые их беспокоят. Ну, то есть, например, если тебя там беспокоит, там, ну, грубо говоря, там, тебя бьет отец, ну, например, ты об этом шутишь. Миш. Да, я сейчас рассказываю себе. Я понял. Я тебя сейчас прерву буквально на 2 секунды, мне машут активно, сейчас я наша съемочная группа, что есть у нас звоночек. Доброе утро, вас приветствуем. Доброе утро. Доброе утро, как вас зовут, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Кира. Ира, очень приятно. Я так понимаю, просыпаетесь с нами еще только просыпаетесь, слышу по голосу. Итак, наши ребята сейчас у вас спросят что-то, что они спросят, для меня тоже секрет. У нас есть вопрос, очень простой для любителя стендап-комедии, я думаю, что для многих других. Нам нужно от вас, чтобы вы назвали имя самого известного стендап-комика всех времен и народов. Нам кажется, что можно назвать этого человека. Артем Албу. Я вам тоже подсказываю, можете... Считаю самым известным стендап-комиком американского гениального стендапера Джорджа Карлина. И это, между прочим, правильный ответ.
У меня сейчас чуть-чуть челюсть подвисла, потому что я сижу, теряюсь, думаю, боже. Мне кажется, это кто-то из родственников Карлина просто звонит. Да, мы вас поздравляем, Ира, и вот билетики есть для вас, поэтому приходите. Да, на линии запишут ваш номер телефона, сконтактируемся после эфира. Вот, Артем машет активно этими билетиками, вы их тоже видите в экране. Спасибо вам большое, хорошего вам настроения. Приходите, да. Я надеюсь и уверен, что ребята поднимут вам настроение. Мы надеемся, что ты тоже придешь. 26-го, конечно же. Мы не надеялись, что так прям с первого раза и ответят. Мы думали сейчас... Я, если честно, уже хотел подсказать, что это Артем Албов, это сделал Миша. Я думал, кого-то из политиков назовут на самом деле. Олег Ляшко, лидер радикальной партии. Хорошо, народ в курсе. А по поводу все-таки ребят, которые приедут, вы знаете, в каком направлении они шутят, все-таки возвращаясь к этой теме, от отца, который бьет, идем дальше. На самом деле, очень важно понимать, что в стендап-комедии нет каких-то рамок. То есть, да, если было такое движение, как КВН, говорили, их никто этому не учил, но при этом учили, как должно быть. То есть, какая-то определенная группа лиц все равно делала рамки какие-то. Пускай на расстоянии, но вот формат передачи подразумевал определенное выступление вот в том или ином ключе. В стендапе такого нет. И лично мне, например, очень интересно наблюдать сейчас за стендап-комиками, у которых нет КВНовского прошлого, потому что они не скованы узами КВНа, да, так сказать, да, какими-то рамками. В чем самый кайф в том, что стендап-комика может быть абсолютно каждый человек, ему не нужно там типа юмористическое образование, КВН. Но... Ну, это как бы приветствуется, но это не обязательно. То есть, грубо говоря, есть человек, работает на заводе, но у него каждый день случается миллион историй, он хочет об этом рассказать, пожалуйста. Ну, то есть, чего бы не поржать вместе. Сцена стендапа это позволяет делать, на самом деле, в отличие от других. По поводу ребят, которые приезжают, и вас. Как и где вы познакомились? Потому что, я так понимаю, стендап-движение уже по всей Украине. Вы обкуролесили все города, которые только можно было. А в каких условиях знакомились с ними? И как вы их сюда заманили? Ну, на самом деле, мы их не заманивали. Ребята сами инициировали этот приезд. Есть стендап Херсон. То есть, это объединение ребят, которые в Херсоне и в других городах Украины делают эти вечеринки. Можно сказать, что, в принципе, в сфере стендапа нет географии. Ну, то есть, по сути, это одна тусовка. Там все друг друга, в принципе, знают посредством видео, которое смотрится в интернете, просто где-то знакомятся, пересекаются, и просто формируется движение стендап. То есть здесь, в чем кайф стендапа, здесь нет конкуренции. Это юмор ради юмора. Да, это не соревновательный. Так что, друзья, если вы хотите стать частью этой тусовки, приходите 26 числа в 19.00. Кафе, насколько я понимаю, Ёж? Заведение Ёж. Да, я вот для себя его открываю. Отлично. Нагадую еще раз, что сегодня у нас в гостях розіграли квиточки та проанонсували цей захід. Учасники стендап-камеді Артем Албу та Михайло Рябаконь. Дякую вам за те, що були з нами.